Всем привет, с вами Эль Пельмин, и в этом видео хочу поговорить про популярную игру Skullboy Runaway. Откуда она взялась? Ну, погнали. Skullboy Runaway — это стелс игра со скримерами. Не, ну чем не скример? Пострашнее этих фрашер Фредди Фазберов будет. Кстати, Skullboy Runaway — это игра от русскоязычной студии Linked Squad, которая до этого выпустила игру Шоу Джокера, которая не стала особо популярной. Какие-то там 500 тысяч скачиваний. У самого даже 10 подписчиков нету, зато 500 тысяч — это непопулярно. Ну и потом Linked Squad выпустили игру Метель, которая стала достаточно популярной, но Skullboy все-таки популярней. Кстати, на компьютере Андрея это и есть Skullboy, и можно поиграть в пробную версию Метели. Ладно, что-то не в ту сторону пошло, давайте вернемся к Skullboy. Skullboy мы играем за Школотрон с просто лютой прической. Так, сейчас будут спойлеры, поэтому советую вам посмотреть первую кат-сцену. Ладно, я знаю, что вам лень, поэтому перейдем к самой игре. Короче, опишу все в двух словах. Мы возвращаемся домой со школы, а потом вас зовет гулять ваш Кен. Но перед этим мы потом... Знаю, очень актуально, и показываем ей дневник. И она такая... Нет. И заставляет вас учить уроки. Наша задача всеми мыслимыми и немыслимыми способами сбежать. Если вы думаете, что все так легко, то нет. Кроме мамы, у нас дома еще есть и батя Скуф. Ну и сам дом достаточно большой, поэтому все не так просто. Кстати, система наказания Skullboy выполнена очень прикольной. В отличие от других хоррор-игр, вместо того, чтобы просто вернуть вас на место, вас заставляют убираться или ваш батя устраивает вам спортивную практику. Но так как мы ленивая жопа, мы, конечно же, не будем учить уроки, а попытаемся сбежать. Кстати, забыл сказать, что версии для ПК есть читы и наказание с ёршиком. В мобильной версии там так, ну, наказание с ёршиком нет. Ну и нате вам пару фактов про Skullboy. Батю Skullboy зовут Гена. У Skullboy есть собака. Маму Skullboy зовут Галя. Skullboy живет в деревне, что видно в первом кадре. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на мою телегу по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.